Приветствую вас, земляне. С вами сенсей. Давайте продолжим. Том Райдер. Сурвайл. Первая часть из тройки. На чем там остановились, я уже даже не помню. Столько игр заливаю, что уже голова кругом. Так, надо посмотреть, что у нас тут. Ничего не сбилось. Давайте лучше с этой. Черт её знает там, где я записался. А, ну вот как раз костер. Тихо, Лара. О, а, здесь она не бегает у меня. Все на месте. Давай, девочка. Погнали наш городских. Оп, что тут такое? Что тут нет? Только разбитый. Что тут такое вот? Вот это, что тут мигает? Какую-то дрянь этот нашла. Китайский кинжал очень древний. У отца в коллекции был похожий. 854 год до нашей эры. Да, я и Шадом прохожу гробницы, и эту прохожу. И путаюсь в управлении. Подожгла, блядь. Курица глупая, да. Ну где прячься ты за угол-то? Где они, ублюдки-то эти? Я никого ни черта не вижу. Тьма тьмущая, блядь. Чё-то бросили, блядь? Какую-то дрянь меня. Где у меня пестик-то? Ну ладно, размялись там, посмотрим. Укрытие, блядь, не занимает она ни хера. Давай, ладно, сбежим отсюда от них. Возьмем что-нибудь посерьезнее. Эх ты, блядь! Чё? Собака какая-то, блядь, вонючая, в говне все. Ты чё? Я не пойму, для чего это сделали? В собаку надо 25 раз попасть. Это что за дрянь такая? Какой ублюдок, блядь, такую дрянь придумал? Одной пули хватило бы. Она что, бронированная, что ли? Я не пойму. Ублюдки. Мало того, что эти собаки бесят. Ну ладно, они там одетые там туда-сюда. Это понятно. Собака у них во что одета, ну? Что за жопердончик на ней, на нем? Блять, какие-то потемки, да. Я попал в какие-то потемки. Фонаря нет ни хера, блядь. Что-то здесь прям шобла какая-то, да? Смотрите, со всех сторон, я даже не знаю, откуда. Они из чего стреляют-то? Из каких-то, блядь, пулеметов, что ли, я не пойму. Вот еще какая-то тварь, блядь. Собачья морда, блядь.
Смотри, и собака жрет меня тут, блядь. То ли волки, то ли собаки какие-то. Говно какое-то бегающее. Где собака-то эта? Убил я ее или нет ли? Куда вообще бежать-то мне? Куда я бегу, блядь? Я ни черта не вижу, да. Сейчас всю обойму, блядь, истрачу на какую-то проститутку. Да. Смотрите, эта тварь до сих пор бегает, блядь. Мне уже просто надоело, надо переигрывать. Надо. Да все, надоели, блядь. Она никак не сдохнет еще, блядь. Чума, блядь. Тогда плевать на эту собаку. Черт с ней, пусть жрет, нахуй. Если она не может, надо, сдохнуть даже ее. Блять, я забыл, какой кнопкой ты у меня. Тварь. Надо смотреть, какой кнопкой нажимать. Втюхался я, блять. В это говно. Он рукопашный, блять. Опять себя изменено. Пятая кнопка. Я не пойму, почему-то сбрасываются у меня кнопки. То настройки, то кнопки. Я не пойму, в чем дело-то. Так, а как мне... Я не помню, как мне сменить... Обыкновенные стрелы сделать. Вот убей, не помню. Ну. Это плечо менять, да? Вон там хобота ходит какие-то, ну. Сейчас они вроде не загораются. Сейчас труп найдут. Вот этот козел сейчас и найдет. Ну давай вылази там из окопа-то. Там, по-моему, какой-то тяжеловес ходит. Да что ты, блядь, никак не попадешь ты в тварь-то в эту. Все. А волки-то за них, что ли, я не пойму. Волки-то, блядь. Блять, надо прибавлять изображение, потому что я ни черта не вижу. Такие потемки, блин. Яркость вон где стоит. Вот здесь должна быть яркость. Она, блядь, черт знает где стоит. Что происходит с игрой, я не знаю. Каждый раз. Ладно, хоть герц все стоит. Каждый раз ни черта не видать нас. Я думал, так должно быть. Сейчас уж что-то вроде много прибавило. Нет, по умолчанию все сейчас будут по умолчанию. Вот. Мне их вообще не пройти так просто, что ли? Может, их просто пройти надо? Мне показалось, что он в шлеме, блин. Не пошли они нахер, что я тут с ним буду возиться? Нашу команду послали в монастырь. Там было много мертвых солдат. Она не залезет здесь? Да, я... Давай не будем об этом. Серьезно, брат.
что ты видел. Слушай, я не знаю, кто это и что они там делают. Я сейчас дождусь, мне кажется, и кто-нибудь подвалит ко мне. Дела. Ничего себе, тут шобла, смотрите, какая стоит. Вы видите? И сразу твари эти, блядь, появляются. И сразу эта мразь появляется, на. Да, блядь, не попал, ну. Здесь с оружием, конечно, такая нервотрепка. Сдохло, блядь. Тебе что-то вообще закружили, блядь. 25 человек, блин. Давай и так убивать их, блядь, все по очереди, блядь. Здесь нигде не спрячешься, блядь. Давайте, давайте, идите сюда, блядь. Здесь посветлее, блядь, все видать. То нахер вы надоели уже так. Потемка я буду с вами бегать. Оттянем их сюда, нахер, надоели они эти скоты, блядь. И не горят ни хера ведь, не плавятся, блядь. Уроды, блядь. Никак не могу расплавить их, этих ублюдков, блядь. И огонь их не берет. Так, давайте. Че давайте-то? Я все расстрелял, блядь. Я не пойму, я сейчас расстрелял или... Это учитывается, что я все расстрелял. Это что такое за говно, блядь? Мелочь пузатая, блядь. Не обойдут они меня, надеюсь? Я их там хорошо уложил, блядь. Вон, трочит, блядь. Все, пора собирать. Подарки нам. Всех раскромсало. Баффи, блядь. Я все перезаряжаю, как в этом Сигнюнарити, блядь. Там Е перезаряжается. Вот это зачем вот это? Я не пойму, зачем? Это я на легком играю. Зачем это нужно делать, я не пойму. Какой, блядь, дебил тупорылый придумал в собаку стрелять, блядь, 25 раз. Ну, один раз, два. Максимум. Она заскулит и убежит. Вот в каждой части, запомните это мои слова, в каждой части они испоганят. Каждую часть. Накидают столько игроков, этих вот противников, что для задрот она начинает. Не Лара Крофт, которая там артефакты ищет, а вот задротство. В каждой части, в конце каждой части. Они без этого не могут. Там вот сидят вот такие вот люди, вот с такой ручкой, блядь. Олигофрены, блядь, я их зову.
Которые мозги как у мухи, блядь. Им что сказали, то они и делают, блядь. Ну смотри, вот это вот тоже сделал... Не как я эту дрянь... Присаживаться она не может. Граната, блядь. Боевик, это на башке у него говно было, да. Смотрите, схватилась за ящик, схватилась. В ее стреляет, блядь, я не могу. Оторваться, блядь. Вы видите, что творится, блядь? Вот эту рожу покажите мне, который придумал вот эту хуету. Вот меня заводит вот эта тупость, блядь, игровая. Иногда просто, блядь, выводит, на. И я отпускаю, а она не отпускает ящики. Она зацепилась и все, и ждет, когда я потыркаю, блядь. Всегда не испортит. Каждую часть они напихают столько врагов, что это задротство какое-то получается. А другие части я ведь проходил не на легком. То я сейчас на легком прохожу. Какая мразь меня увидела? Вот где здесь козел этот, который меня увидел? Нашу команду послали в монастырь. Ты что ли вот, блядь? Или ты, ну, ублюдок, блядь? Кровище это. Зачем мне вот эта кровь во весь экран? Я вот это не могу понять. Зачем мне это надо? Грязь на экране. Ё-моё, собаки опять эти. Да что ты, блин? Уже нервы сдают нам с этим шарохами. С говном с этим вонючим. Нам. Чего за боевик-то сделали? Я бы таких... Смотри, опять это говно бегает. 25 раз надо стрельнуть в эту тварь, чтобы она сдохла. Да, да люди, блядь, быстрее умирают, чем эта тварь. Дадите мне вот эту хренотень открыть, я уже устал. И бегут, ведь бегут сотнями, сотнями бегут. Вот до этого момента, ну там было в деревне, да, ну там все видно было. Но меня вот всех больше возмутило, это вот собаки эти вонючие. А как она зажгла эту говно? Откуда у меня взялся этот вообще? Я бегал без света, блядь. Как его факел-то зажигать? Я уже и не помню, как его зажигать-то. А, она подходит к свету и поджигает, да, по-моему? Как она зажгла его? Как ты, где ты его достала? Ну ладно, все, хоть ладно, можно отдохнуть. 25 человек тут, я, убей. Одна мышь какая-то, серогорбая. Должна всех убить, 25 рыб. Так что я боюсь, что я не дойду до конца. Мне. Вот в этой игре, по-моему, там в самом конце будут бежать. Там всякая дрянь будет. Или я путаю, может, во второй части. Ну, в каждой части они обязательно это говнище по стрелушке эти сделают. Ходишь, бродишь всю игру, все нравится, и бац, какой-то ублюдок придумал, а давайте здесь постреляем. А, вот псов они разводят. Так это, оказывается, вот эти псы, что ли, бегали. Они, видать, какие-то, это, наркотические, если, блядь, 25 раз в них надо стрелять. В человека 3 раза, и этим 3 раза минимум надо в башку попасть. Оп, что-то дрянь какую-то нашел. Какие-то координаты? Давай пошли лучше путешествовать, чем этой херней-то заниматься. Ну. Вот она, видите, откуда она берет это... Сжигает его. Факел-то. Вот я сейчас играю гробницу, прохожу, там это, шадом.
Ну, там намного круче, но. Там тоже хватает этой стрельбы. Здесь вот мне нравится это и сюжет, и она такая более ужасная. Шадом мне не зашла. Я и хоть ее и прошел, но что-то не очень. Ну, там управление идеальное. Там с управлением все и все косяки убрали вот эти вот. Вот эту вот дрянь убрали, которой она ползает вот. Там она бежит, а здесь она у ворот делает. Мы вышли на берег. Катер в плохом состоянии. Без инструментов его вряд ли починишь. Твоя помощь не помешает. Вы начинайте пока, а я подойду. Будь осторожна. Вот она что делает. Не бежит, а она вот что делает. Я сейчас и стал путаться. Там играть легче, там и управлять легче, и... Ну, здесь сам мир интересный, этот остров устроен так. А там вообще дрянь какая-то. Там одни кусты, там никаких пейзажей в основном нет. Одни кусты, в кустах шарохаешься, и две деревни. Вторая деревня вообще сделана, как будто, блядь, в последний момент сделали. Вот у меня опять эта кнопка не работает. Я не знаю, почему настройки сбиваются кнопок. Бег. Я ни разу... А, сетевая игра. Нормально. Молодцы, ребятки. Молодцы. Так, а где у меня спрыгнуть-то? Я же вот предыдущую часть... А, я в другой играл части. А как же здесь? Shift, что ли, нажать? Как спрыгнуть-то здесь? Shift здесь. Это я уж просто сам подзабыл. Опа. Так. Так. А здесь она не повиснет. А, вот так вот повиснет. Эх! Видели, как она держится пальцами? Там бы точно я бы уже прыгнул. Вот там, в той игре. В этой она встает на край, и она сразу зацепляется. То есть хочется с края прыгнуть. А здесь наоборот нельзя вставать на край. Если ты встанешь, она сразу повиснет. Как говорят, заступ. Что-то игра-то никак не закончится. Я уж думал, конец. Лара, ты на связи? Алекс сказал, что ты уже спускаешься. Я скоро буду. У меня тут кое-какие новости. Что за новости? Да. Остров нас не отпустит. Он держит нас. Я должна вернуться в монастырь. Ты уверена? Да, Сэмми. Но пока ничего никому не говори. Я помогу Рейс починить катер, но потом мне надо будет прогуляться вглубь острова. Лара, не знаю, что сказать. Тебе просто придется мне поверить, Сэмми. Хорошо, будь осторожна. Она вся в шрамах, он. Все у нее заживает, как на кошке. На какую прыгать-то, я не пойму. Да что? Я думал, она промахнулась. Вот она меня пугает. Ты, блин, эта девка-то, а? А что это такое здесь? А, это обратно забраться? А нам надо ли на обратно забираться? Не надо. Ой, блин, опять это... Разбег, я хотел разогнаться. Да. Эх, девица. А куда идти-то? Я что-то не всасываю. Наверх, наверное, куда-то подниматься надо. Какие-то краны тут. Кто тут вообще корячился? Тут какие-то краны делал. Что они тут возят? Что за дрянь-то они возят? Я думал, тут база наркоманов. Тут какая-то дрянь. Слишком тихо. Ну вот видите, как разбегаться-то здесь? Сейчас будем переключаться, блядь, неделю.
Эх ты, блин, я даже попал, не знаю, в кого там. Уродец. Вот эта дрянь уже пролетела, за меня туда пролетела, я не пойму. С чего она взорвалась-то, я не пойму. Таскает за собой этих дураков, видели? Дураков этих зацепил за этих идиотов, блядь. А, хрен на, дурила, блядь. Вон там вот... Вон и бочка там покатилась, ну. То есть я убиваю одного, да, другой приходит на смену. Вот самое раздражительное в этой игре, что здесь какой-то сраный остров. Сраный остров. И тут, блядь, полка два, наверное, солдат. Пол армии, блядь, США, блядь. Надоело, блядь. Вон сидит еще один. То есть они идут и идут, идут и идут. Значит, я перепутал с той игрой, значит, в другой игре, там, во второй части, там тоже, блядь, такую стрельбу сделали. Я не пойму, как можно наступать на одни и те же грабли, блядь. То есть обрез его не берет, блядь. Слишком он далеко, то есть... Да, правоподобия здесь стрельбе никакого, но... Вот призраки, да, там вот обалденная вещь, призраки, да. Там тактик, да, обалденный. Шутер, блядь. Ты убила моих братьев, ты сдохнешь! А где этот черт-то, блядь? Он держится там, что ли, за эту хренотень? Ну и куда я... А, он сам ушел. Я думал, хотел надрать зад ему. Ну куда ты полезла? Здесь, наверное, стрелять нет смысла, потому что здесь специально так сделано. Да, вот видите, заставки, вот это все говно. То есть там бесполезно его как-то убить, надо обязательно пройти заставку. Прям везучий. Смотрели кино, вот счастливчик. Вот типа этого. Да. Давай, матрешка, держись. Мы с тобой. Мы вместе. Сорвалась, что ли, она? Чё, shift надо нажать? Ё-моё. Сразу не сообразишь, какую кнопку. В этот раз не показали. Как обычно. Ладно, они хоть это подтемняют, да? Делают это. В какой момент? Вот сейчас мучился бы тут. Копошился, блядь. Мне вот нравится, вот. Ну, не надо столько стрельбы. Зачем? Для чего? Это же поиски, блядь, приключений. Зачем это нахер шутер-то здесь устраивать в этом? Говно-то делать из игры. Ну, ну значит, во второй части там. Вот это фишкой было раньше, вот это переползание ее. Я помню. Так, инновации я... такие.
Games геймплей. Я вот что-то концовку вообще не помню. Какой-то храм будет, наверное, в этой части. Там вообще будет со всех щелей там, бля, туземцы какие-то бежать. А может, не в этой. Зачем надо это устраивать, черт его знает. Так, давайте посмотрим навыки. Так, черепа. Что у нас тут? Вообще это... Все закрыто. Зачем мне... Зачем тогда мне его показывать? Не надо показывать, если закрыто. Все, что ли, еще очучка. Где он дрочит-то? Черт ты этот. С инструментами для Рейс. Иона, давай запускай. Это наш единственный шанс, верно? Надо рискнуть. Я рада, что ты с нами, Лара. Я могу. Смотрите, помочь? Рядом они стоят. Помоги, рядом с ней. Что значит боевик стоит весь? Изуродованные все. А эти такие вот, смотрите, жлобы, блядь. У них маникюр на руках до сих пор. Ни черта ничего не делали, блин. Давайте попробуем использовать систему блоков. Ты права. Я бы что-нибудь соорудил из пары шкивов. Вон там должно. Ну это же женщина сюжет писала. Я посмотрю. Три части она долбила. И все-таки ее, по-моему, распрощались с ней. Ну сколько можно мазню-то мазюкать ее. Надо, чтобы были и герои эти, попробую, чтобы как-то помогали. Никто ничего. Ладно, кто ей там помог-то? Рой, что ли, и все. А мне что делать? У меня несколько секунд появился. Думаешь, они могут стрелять? Ну, в свое время, я хочу сказать, эта игра была. Да и сейчас она хороша. Просто вот это задротство они вечно суют в каждую игру в ихнюю. Так, нам наверх, что ли? Ну, управление, конечно, уже после новых частей всегда новые части там стараются что-то подточить. Туда он нам, что ли, да? Она где-то вроде что-то... Какой-то пещере копошилась, я не помню. Здесь вроде она цепляется так же, как и Шадом. Опять сейчас. Как, откуда вот эти? Как ты написал сценарий? Откуда у тебя такие толпы здесь, на этом острове? Все население, блядь, мира, что ли, здесь? Я даже не буду с ним возиться, на, с луком стрелять. Валить их всех сразу, гасить надо. Ну. Видите, он шел краса, два раза я в него выстрелил, он побежал. То есть и выстрелы его разозлили. Два раза из дробовика, блядь. Я вот люблю вот полазить, покопошиться там. Ну вот так, как сейчас. Вот пострелял, дальше. Ну а зачем тратить на это им время? Лучше 25 ублюдков нам сделают. Сюда ли я иду-то? Наверное, надо было красиво шмыргнуть. А может, я вообще не сюда пошел? Еще кто? Они вооружены.
Три, сколько я расстрелял? Три? Четыре? Четыре раза? Конечно. Четыре стрелы выдержал. Боевик такой. Может, мне не на палку на эту надо? Что-то я не понял, куда надо-то, я не пойму. Может, я вообще зря сюда иду? Ничего не показывает. Ну и чего? Может, не надо мне сюда? Сейчас опять свалюсь. Нашла. Что она сказала? Не, я боюсь сюда идти. Я не могу понять, куда мне надо идти в самом деле. Чё она ищет-то, блин? Так, а где у нас это задание-то? Текелаж. Вот я здесь прям стою, да? Где он, текелаж-то? Вот здесь вот, что ли, где? Так, я откуда пришел-то, блин? Ну она туда не идет, нечего туда суваться. Что-то я запарил. Где этот текелаж-то вонючий? Может, я зря сюда поднялся? Давай висни. Теперь она не виснет. А вот. Камеру не переключите. Здесь она не спускается, да? Где этот текелаж-то? Может, он где-то здесь вот? Не повиснешь туда? А вот здесь она, наверное, повиснет. Или я отсюда пришел? Я пришел отсюда. Текелаж, ты что у нас такое? Веревки какие-то, что ли? Здесь она не поднимется, но... Да нет, наверное, тут все-таки туда идти. Но почему-то она не перепрыгивает туда. Значит, может, вот на ту сторону перепрыгнуть. Может, куда-то наверх посмотреть надо. Вот эту может стрельнуть. Угу. Давай, матрешка, принцесска. Тебе уже ничего не надо делать. Ну давай, высовывайся. Да нахуй надоели вы мне, блядь, как собаки, блядь. Их ты, блядь, смотри. Какой жучара, блядь. Вынырнул. Черт, блядь, с табакерки, блядь. Эк! То эта тварюга, блядь, цепляется за края, то вообще понесло ее куда-то она. Покатилась она тут. Ничего себе якорь, смотрите какой. Дружище какой-то. Где такой корабль-то здесь был? Вот этот вот здоровый корабль-то. От него, наверное, такая хренотень.
стоят там. Видите, она все делает, они там стоят. Ни черта ничего не делают. Ни черта. Как спас, она их спасла, так они ни хера ничего не делают. С кораблем там троем. Спасибо. Кочевряжутся. Что? Залечили бы ей раны хотя бы там. Показали Алекс бы еще чуть-чуть. Вернулся. Помогите! Помогите! Это Уитман. О, смотрите-ка, сглазил я их. Помоги! Помогать кому-то начали. Все, Лара, давай вперед. Профессор этот, что ли, черт, самый везучий. Вы его сколько раз уже в плен-то брали? Сколько их? Не знаю. Вы ранены? Я никого не вижу. Сейчас наверное, на меня все взвалит. То есть на Лару. И даже не вспотели. Я крепче, чем думал. Вы могли бы привести их к нам, как тогда, во дворце. Что? Все было не так, Лара. Они схватили меня, когда ты освобождала Сэмми. О чем это вы говорите? Они сказали, что только при этом условии оставят вас живых. Я хотел вас предупредить! Послушайте, вы двое! Мне все равно, что между вами происходит, но у нас на это нет времени. Я надеялся, что... Доктор, еще слово, и клянусь, я сильно прорежу вашу белоснежную улыбку. Все, все, хватит. Времени у них нет. Смотрите, они какие чистюли. Если мы тут передеремся, все погибнем. Ты прав. И лишь поэтому ваши зубы еще целые, ясно? Я это убей за Алекс. Софт. Где были инструменты? В машинном отделении. И будь осторожнее, Лара. Ладно, мы скоро вернемся. Лара, помощник у ней появился. А, ну как обычно, возьми ты иди, да, ты иди, я мы его тут. Я нашел и приберег для тебя. Он мощный. Из такого стрела что угодно пробьет. Спасибо, Иона. У меня возникает вопрос. А где этот лук был до этого времени? Где он был, лук этот вонючий? На. Все, как шавку ее зарядили, опять погнал он. Вот она поджигает здесь, вот сама она достала факел. Ну где лук-то у тебя там? Вот, давай возьмем его. Смотри, в эту тварь раз попадешь на. Очень интересно. Так, куда нам идти-то? Ладно, я заигрался что-то. Вон туда. А где зацепиться? Это хренотень-то. Я что-то не вижу. Кто-то видит? Тот лук, по-моему, не мог так делать, да? Хреновин. Я подхожу к Эндьюранс. Что именно тебе нужно? Алекс, мы уже начали волноваться.
Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не починить. Ладно, понял. Тебе идет Лара, дождись ее. Лара? Нет, я сам все сделаю. Вхожу, отключаю рацию. Алекс, что ты делаешь? Так, нам сюда наверх, что ли, куда-то? Что-то я не в сосунька. Ну и зачем я сюда пришел? Наверное, надо вон туда. Для чего эта хренотень-то сделана? Ну, для тебя это не беда. Чего это такое, серьезно? Я не пойму. Да кто она такая? Не знаю. Говорят, с последнего корабля. На лестницу на эту она не запрыгнет, короче. О, она убила русского? И ни одного. И русского, и немца, и грузина, и всех там, всю шоблу перестреляла. Борис, уже сообщили? Он сейчас работает на том корабле, на котором она прибыла. Так что думаю... Ну чего я тут вокруг бегаю, не пойму. Где заход-то? Вот здесь они калякают, что ли, чертики эти. Вот сейчас мы и завалим хотим. Лук дали, блядь, говно какое-то. Ну. Тоже такая же дрянь. Никакой разницы я не вижу. Как сюда забраться, что-то я не могу сообразить. Здесь она не запрыгивает, валится на. Кто там кряхтел? А, вот, смотрите, тут какие-то палки вон торчат. Крашеные, блядь. Да что ж ты, блин! Держись, Маруська. Климова, прости, люби. Куда она лезет? Черт ее знает. Накаталась она на этих хернях, будь здоров. Что за тупость, блядь, не пойму, в этой игре творится, на, вот с этими отстрелом, блядь. Ну, ребята, ну как такое может быть, блядь, из обреза в упор, нахуй, и он даже не еще наоборот побежал еще, блядь, быстрее, нахуй. Почему этот улетает, на, а тот бежит? Опа. Прыг-скок, прыг-скок, валит с потолок. Подожди, обрезом сейчас, бульё, блядь. Ты чё, не точно встала? Бревно это вонючее тут нам дали. Да чё такое, она не цепляет, она же должна за этот столб зацепиться, нет? А, наверное, вон туда надо пулять-то, господи, вниз. Они же тут новый прикол у них.
Давай, матрешка. Нужно найти что-нибудь покрепче. Да и плевать, мы не будем даже тут когда едем. Надо заканчивать. Я вообще люблю в игры играть вот не более часа. Не могу я сидеть. У меня друг был, он, блядь, мог 5 часов просидеть за игрой. И это я не сейчас говорю, не про возраст, а тоже молодой я был, но не мог так. Они разбирают его на себе больше часа играть. У меня зал был компьютерный, поэтому мне эти игры поперек горла всегда были. Еще этот хаб вонючий, я вечно, блядь, не работал по сетке Counter-Strike. Я его терпеть ненавижу. Просто не перевариваю Counter-Strike. Потому что он вечно глючил. Вот такие дела. Давайте, значит, запишемся. Под видео переходите на мои каналы. Подписывайтесь. Придет время, мне придется покупать подписчиков так и так, когда 4000 часов наберу на Ютубе. Вот такие дела. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.